На трассе столкнулись «Сиат Ибица» и «Шевролет Спарк». Одна из иномарок превратилась в груду металла. По предварительным данным, сообщает портал «Живая Кубань», водителю и пассажиру малолитражки выжить не удалось. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полицейские. Возможной причиной ДТП называют мокрую после дождя дорогу. По факту ДТП проводится проверка.